Да, воскресенье. Не говори. Да. Обалденно было, когда были бутылки. Ёбнул пару бутылок, и все хорошо. А думаете, пару это нормально? Хватит? Прекрасно. Не хватит. Зря говорить так. Я же пару канистр, куда годится? Никто на воде еще не был, кроме меня. Ну что это такое? Ну это нормально, это люди отдыхают. Да. Ну ты жук. Это видео не для этого. Это для личного просмотра. Да. Потому что такого нельзя. Да. Видео вызывали. Юра, не сильно спустилась. Ну так чуть-чуть, да. Ты потрогай сам, блядь. Потрогай сам. Ты бы мотор доставал, что ли? Достанем сейчас. А кит, да, это кто-то не спустился, я-то нажал, весла. Нихуя приблизил. Говорит, там якорь кидает, а с той стороны, видишь, чтобы лодка была натянута. Угу. Сейчас посмотрим, что за якорь. Настоящий якорь. Смотри. Смотри. Не стоит. Ты же не слышишь, как. Видишь, инжектор как работает. Да, тихо. Тихо. Сейчас я снимаю. А, они на веслах были вообще-то. Что ты хочешь? 90 лошадей, Юра, движок. Да, берегу тянет. Заднюю включил? И опущенный соляной, да? Ну да. Опускается на сюда, думаю. Нет, не вышли из всех. Я попал. Ебать, да они там будут за пару секунд там. За час заплывут.
Очень хорошее место для рыбалки. Приезжайте сюда, советую. Там мужики отдыхают некоторые. Сейчас мы их покажем. Чисто не для зрителей, а для семейного просмотра. Пожалуйста. А я не выпил. Вообще нет. Ну может тут отдыхает. А еще заебись нахуй. Вот мы тут приехали на перекус у нас. Поедем. Вот тут перекус, а перепивон, перекус, и запивон. Переплывон. Вот тут мы. Вот там мы его, да. Что, перекурим и выпьем еще и поем, да? Я подкачал. Это вот спустил все. Переходит вот так. Я хорошо подкачаюсь. Его нету.
я вижу. Запись. Есть, знаете, такая штука называется это. А? И тоже? Сука холодная! Вот это и пыль. Смотри, ёпты. Ты смотришь, где? Да, я там смотрю. Вот это пиздат! Ой, я понимаю, блин. Итак, копчение рыбы в лесных условиях. Недавно поймали кусков. Штук 80. Вот, решили закоптить, чтобы они домой приехали уже копченые. Не надо много энергии, там, дыма. Вот, пожалуйста, вот как мы где-то делаем. Дровишки. Рыбка. Даже неплохо закрытая. Внизу ольха, дубовые опилки. Вот они на окошке. Даже дырка вот там есть. Для того, чтобы воздух заходил. Чтобы рыба не вареная была, а копченая. Вот там какой-то крендель идет, что-то, блядь, тащит. Ты что там же спиздил? Пизделенько. Ну это понятно. Весь интернет будет знать, что ты что-то там спиздил. А я тут, понимаешь, интервью даю, так сказать. Где ты разговариваешь? Юра, блядь, за неделю сам с собой будешь разговаривать.
О, где-то, блядь, бруски, рик. Чё? Чё настоящее? Ну, показывай, давай. Это всё, что? Чем настоящее? Алюминиевая? Да. Самодельная, мне кажется. Нет, это заводская. Ты чё, планируешь сам делать? Не, ничего не планирую. Нахрена, если этого бензина нету? 80-го нет, да? Нет. Если он не здоровый... Ты можешь делать просто покладки сам. А хуй, фиг ли она, видишь, тут. Это вот эта заводская. Она кривая вся уже. Ну, а, да, ее уже нельзя использовать. Да, кривая вся. Ну, ты вот можешь ее попробовать. Вот эта заводская на 76-й бензин. Да, на 76-й. Да. И был, работал бы офигенно. Не надо, у нас тот работает хорошо. У нас еще покатка такая есть нормальная. Да. И вот давай рассказывай. Что ты тут вот делаешь? Так, берешь, ставишь одну рюмку, вторую и наливаешь. Не-не-не, я не про рюмки говорю, а про вот. Про вот. Дай посмотрю, что там. Ой, какая хорошая штука. Нормально. Зафоткал все. И кроки надо сильно. А нет дыма пока? Не, дым уже пошел, но пока рановато. Рыба еще влажная. Влажная. Рыба влажная, слышали все. Это тоже влажный. Очень важно. Мы сейчас пойдем. Это. Вот. Вот, влажно, будем дырку затыкать. Все. Заткнули влажную дырку. Если дырка тут нормально будет, получится. Рик, у тебя как тебе дела? Дай лапу, друг. Рик. Рик, дай лапу. Дай лапу. Рик. Он раненый. Дай лапу. Ох ты мой сладкий. Лапу дал. Раненый. А? И до сих пор стук остался, который он засунул голову. Ну главное, чтобы порезать. Не было пореза, Юра. Вот, вот. Вот она. Угу. Вот здесь она. Нет? Ну собака, что ты хочешь? Здесь свой хуй сует, где, блядь. Он радуется. Да, радуется, да. Пиздюк пьячий, а? Пиздюк. Зато, блядь, мне кажется, овчарку порвал бы. Да, да ты там старый кабель. Да, а ему-то чё? Он молодой ещё. А ему-то чё? 7 лет уже, да, чё молодой. Всё равно молодой ещё. Он просто, видишь, деловой. Там... Иди сюда. Обойди его. Или одел на это. Ой, засранец. Карабинчик был. Да, я бы сейчас походил. Будет, Дюра? Будет. Ты чё это разлёгся? Ты я не против. Карабинчик. И перец какой-то.